Digital Science – это крупнейшая в мире база знаний, формируемая за счет механизмов мониторинга и анализа всех публикуемых где-либо научных статей. Казанскому университету компания предлагает доступ к таким мониторинговым механизмам, чтобы сформировать и структурировать полную базу данных о научных публикациях ученых, занятых в передовых исследованиях, и даже студентов, участвующих от имени КФУ в различных конференциях. В течение встречи с представителями Digital Science Казанский федеральный университет заключил соглашение о сотрудничестве с крупнейшей в мире базой знаний. Впервые речь идет об учете и анализе всей публикационной активности университета, без ухода в сторону естественно-научного или гуманитарного блока. Такая наука-метрика нужна не только для отчетности, но и для формирования ясных стратегий дальнейшего развития университета в глобальном научно-образовательном пространстве. Документ постановляет, что компания обязуется предоставить университету полный лицензионный доступ к информационным ресурсам на платформе Divisions, а также ключевым интегрированным, открытым и подписным ресурсам Digital Science, причем на уникальных условиях. В свою очередь, КФУ берет на себя ответственность по обучению сотрудников и студентов в работе с системой, а вместе партнеры готовы рассматривать совместные действия и проекты в части обучения и становления методологии всесторонней аналитики внешней среды по определенным КФУ тематическим направлениям. Адель Шамилова, Владимир Нелюбин, Универньюз.